Большой старый Эрмитаж плавно переходит в новый Эрмитаж. И здесь находятся произведения испанских мастеров, фламандских мастеров, итальянских мастеров и голландских мастеров. И сегодня мы с вами посмотрим скульптуры Антония Кановы. И, конечно, мы с вами внимательно рассмотрим, и я вам расскажу о произведении Рембрандта Даная. Самые крупные залы нового Эрмитажа имеют стеклянные перекрытия и поэтому называются просветами. В музее всего три таких зала, один большой и два малых. В них расположены самые крупные полотна императорской коллекции. Эти залы украшают торшеры из порфира и родонита, напоминающие цветущие деревья.